стучится в окно, это утро тук-тук. Но глаза открываются только при помощи рук. Тело голяет от явной нехватки воды. И кто эта девушка в количестве нескольких штук? Хочется крикнуть, но нету ни капельки сил. Это, наверное, сон, и кто бы меня укусил? И эти, которых не помню, проснулись, ползут. Девушки, стойте, я бы вас попросил. Так-то я здоров, как бык и крут, как вся моя эпоха. Но чтоб вы знали, и быкам по утрам бывает плохо. Так-то я здоров, как бык и крут, как вся моя эпоха. Но чтоб вы знали, и быкам по утрам бывает плохо. Грустный помятый мешок. Все люди предатели, потому что им всем хорошо. А я еле-еле попадаю ногами в асфальт. И каждая карат вороны, как электрошок. И кто сомневался, что именно в этот момент, когда в адронном коллайдере, например, делают эксперимент, с чего вдруг раздался вообще телефонный звонок? Я не могу говорить, а мне звонит президент. Так-то я здоров, как бык и крут, как вся моя эпоха. Но чтоб вы знали, и быкам по утрам бывает плохо. Так-то я здоров, как бык и крут, как вся моя эпоха. Но чтоб вы знали, и быкам по утрам бывает плохо. Прошло потом время, я ожил и по сторонам. Мотаю башкой, мне все здрасте, я здравствуйте вам. Я снова могучий и полон физических сил. Надо срочно обратно забрать, чего не забрал. И вот я на месте, ну все, голова не гудит. Но девчонки ушли, а без них президент не звонит. Поздно шмыгать ноздрями